Теперь документы должны быть не только у людей. Рыба, которую продают на рынках, также должна иметь удостоверение и справки. Об этом говорят представители рыбинспекции. Сегодня они проводили рейд на одном из рынков города. К новогодним праздникам ажиотаж на рынках – обыденное дело. Урожайная пора праздники им для контролеров. Идут новогодние праздники, соответственно, усилится спрос на рыбу в том числе. Поэтому с целью недопущения появления на рынках нашего города рыбы, которая добыта незаконным способом, мы проводим такие подобные рейды. Теперь у рыбы должен быть документ, удостоверяющий и личность, и, так сказать, справка врача. Все как у людей. В первую очередь, это, естественно, накладная, по которой мы видим, что рыба была где-то приобретена. И второе, это, естественно, выснок с инстанции, который показывает, что рыба не заражена, не больная ничем-то, именно здорово. Торговцы в рейды, конечно, не радуют, тем более, что этих людей проверяют каждый день. Тут же составляют и протоколы на правонарушителей, правда, не на всех, то есть почти ни на кого. Все, вот, снимайте документы, все у нас есть. Но мы не берем тонами, мы берем две сумочки. Забрать рыбу инспекторы не могут, это только по решению суда. В данном случае рыбу могут задержать только. У нас есть документы на рыбу, проверяют каждый день. Когда людям пытаются объяснить, что торговать вот так на улице нельзя, а можно продавать с большой машины, к примеру, ответ со слезами на глазах напрашивается сам собой. Мы на эти машины не зарабатываем. В рыбинспекции говорят, действуют согласно документам и нормам. У людей своя точка зрения, не показать которую мы не можем. Часть торговцев не на камеру утверждает, что ежедневные рейды – это способ крупных конкурентов вытеснить мелких торговцев. Мы берем, в принципе, там, где все. То есть со складов тоже есть документы, есть все. Но люди едут к нам, потому что мы рыбу не берем тоннами, 10 тонн. Мы взяли две сумочки, мы продали и опять свежую. У нас рыба постоянно свежая. Так или иначе, а в придачу к местовому люди платят еще и штраф. Грустно шутят, что рейды рыбинспекции действуют как рекламная акция, привлекают больше покупателей.